Опытное поле, усеянное мусором, это обнаружил мобильный репортер в дачном обществе Черногорска. Горы пластика занимают практически всю площадь лесополосы вдоль дороги. Тут уже даже накатана такая тропиночка. А почему она накатанная? А потому что здесь вот такая прелесть. Стаканчики, бутылочки. Ой, а там вообще катастрофа. Мусор, очевидно, бытовой. Одноразовая посуда, бутылки от спиртного, упаковки от еды, различные пакеты. Причем несанкционированная свалка становится все больше, залежи растягиваются на километры. По мнению мобильного репортера, мусор здесь отдыхающие, ведь рядом располагается база отдыха и дача. Мы выясним, чьей администрации принадлежит этот участок земли и какого он предназначения. А я напоминаю, вы тоже можете снимать видео о проблемах, которые не удается решить самостоятельно. Обязательно за кадром нужно рассказать, что конкретно вас возмущает и какие действия предприняты ранее. Сообщения принимаются по номеру телефона, который сейчас на экране.